А первый поворот еще и с бэнкингом. То есть он под наклоном, не знаю, градусов, наверное, градусов 7. Ну, то есть он есть, его через камеру не видно. Прикольно, тут как бы это облегчает задачу. Алекс, брифинг Дмитрий Андреевич начал. Туда, нет, Сергей Сак. Всем привет, мы в Риге на FIA IDC 2021. Сегодня тренировочный день. Наша задача кататься в трассу, покататься с кем-нибудь парно и готовиться к завтрашней квалификации.